Hello, my friends. Мы на работе. Значит, пойдем работать. Хотел посмотреть. Тут вчера дверь, походу, покоцал. Ну как покоцал? Жена по забору ударила дверью, блядь. Да, вот он. Сколик, видите? Стабилизация. Блин, вообще неприятная тема. Ну так затерлось вроде. Ну можно замазать будет. Чуть-чуть осталось. Это я виноват. Я ее вчера возле дома остановил, а там же забор поставили, вы видели. Она дверь чуть-чуть открыла, она у нее из руки выскользнула и по забору как уебала. У меня мурашки по коже пошли. Ну, сами представляете, да, когда что-то коцки какие-то появляются на вашей тачке. Неприятное ощущение. Осталось загрузить вот это все, полный лифт. И можно выдвигаться. Москва Сити. Производим холодный запуск. Да, детка, я не сомневался в тебе. Сейчас загрузим лифт, полмашины уже загружена, и все, поеду. Загрузили всю херню, мармелад, конфеты. Ладно, хуй с ним. Надеюсь, не откроется. Сейчас поедем. Места не осталось сзади, поэтому буду на сиденье, наверное, грузить. Сейчас поеду в Москву, а в Москве сначала на Фуд-Сити заеду, а потом поеду на базу нашу. Потому что Фуд-Сити все равно надо, либо после нашей базы туда ехать. Но вечер там пробки лютые, поэтому, думаю, сейчас заеду сразу и на сиденье закину 50 килограмм орехов. Боюсь, что там, представить, что там происходит. Сейчас перед Новым годом оптовка, там, наверное, пиздец. Но зато вам покажу, что там днем, потому что все время приезжаю вечером и особо ничего не снимаю. Сейчас хоть заеду, покажу, что там за суета происходит. Поехали, поехали. КамАЗ, он понял, что я выезжаю, отъехал. Блять, КамАЗ, пиздец, в годов 80-х, наверное. Как он еще жив-то, бля. Грузовик полностью забит мешками. Не очень доверие внушает. Плюс верхние мешки, посмотрите, они стоят прям, ну видно, что они такого размера и что они на самом краю. Если выпадет, то будет печалька, особенно если кому-нибудь на капот. Близко не надо подъезжать, конечно. Мимо работы грузовики все время приезжают, возят, не помню, как называется, но какая-то воспламеняющаяся херня, не знаю, для чего применяют. Мешки, короче, здоровенные, он на прицепе возит грузовик. Каждый мешок там написано тонну весит, и на повороте у него без бортов, без всего, просто прицеп ровный, как для перевозки там машин, допустим. И у него мешок выпал. Естественно, он его никак не поднимет. Вот он стоял там полдня, ждал, не знаю, как его подняли, потом уехал. Но там явно нужен только эвакуатор. Вот они возят вообще, никакой ответственности не берут. Но это же не от водителя, конечно, зависит. Водителю что дали, то он не везет. А это зависит от того, кто отвечает за это все. Кто поставщик или кто забирает от поставщика. Беспредел творится. Ну что сказать, даже 2 километра еще не доехал до МКАДа, уже стоянка полностью красная, карта вся красная, не знаю, может быть там авария или еще что-то, либо обычная пробка, но обычная пробка попозже начинается, будем прикуривать стоять. Преодолел рубеж МКАДа, теперь в городе стоим. Не увидеть вам Фуд-Сити при дневном свете, потому что я еду сначала на базу, позвонил. Они сказали, что счет оплатили только недавно, там на Фуд-Сити еще его не видят, то, что деньги упали. Ну, сказали, едь сначала к нам, вот еду на базу, сейчас буду разгружаться 2 часа, там, не знаю, надо что загружать, не надо, буду загружать, а потом вечером пробки в темноте туда, по классике, все по классике. На вафельной разметке нельзя останавливаться, штраф 1000 рублей. Вафельная разметка, первый раз такое слышу. Вот закон подлости. Только заехал в Москву, пересек МКАД, и мне звонят из офиса, говорят, все, деньги поступили, вот, типа, можно на Фуд-Сити поехать. Но я говорю, я уже все, блядь, в Москву заехал. Тут, чтобы развернуться, это еще, блядь, час по этим пробкам. Пиздец, 5 минут назад не могли вот решить этот вопрос. Короче, теперь все равно еду на базу сначала, а потом уже по пробкам в темноте на Фуд-Сити это долбанно. Блять, не могу из этих пробок вырваться, они повсюду, они меня преследуют, блядь. Смотрите, какой трамвайчик. Старенький, аккуратненький.
Тут по моему маршруту, смотря в какое время я сюда попадаю. Чуть раньше приедешь, тут в пробке стрянешь, чуть позже в другой пробке, в другом месте. Ну, где-нибудь встанешь по-любому, пробки неизбежные. Это Москва. Мы уже у цели практически. Преодолеть эту дорогу и все. Вон салончик тут всякие. Мерседесом, там, БМВ, миники, майбахи. Все, что мне нужно. В будущем приеду сюда и заберу свое. А пока на газельке двигаемся. Переградили, блядь, сзади все. Блядь, перед автобусом соваться не буду. Наши любимые рельсы, блядь, разъебанные. Трясись тут по ним. А? Прыжки, прыжки, блядь. Наконец-то виднеется шлагбаум. Главное, чтобы там пробки не было на загрузке, разгрузке. Котельная пыхтит, пыхтит, все в тумане. Так, на пандусе никого нету, значит, свободненько заезжаем. Такси стоят, смотрите. Просто без морды, без жопы. Кладбище таксистов. Пойдем на склад. Блин, надеюсь, что лифт здесь. В обход идти не хочется. Блять, всю машину обтер. Всю куртку, точнее, об машину. Ну что, о, повезло. Окошечко, блядь. Нам на ноль. Выгрузка идет полным ходом. Вот это я все привез бы. Столько палетов. Палеты все увезли. Вот перемещение на Тулу. Коробочки. А тут туманище такое. От трубы. Сейчас жду, должны еще мне шкафы поднять. Он коробки вот такого типа, длинные, там штук 5 их, наверное. Сюда слева их положу, коробки справа поставил. Загрузился, в общем-то, вроде ничего не забыл. Блять, рассчитывал раньше выехать, пока там ебатня эта вся на складе, то перемещение, то там не хватает, то доложить туда-сюда. В итоге час, наверное, потерял, уже темнеет. Я только выезжаю. Сейчас поедем на Фу-Сити в пробках стоять. Так, шлагбаумчик, что нам? Открывайте, давайте сходу, блядь. Ну, сходу. Правильно, а как папе еще? Ждать стоять? Нет. Поехали на Фудсити, заберем 50 килограмм орехов и домой поедем. Час уже в пробке стою. Что сюда пробка, что туда. Тут пробка, видимо, из-за дорожных работ, которые вот они. Мне надо перестроиться вправо. Чуть-чуть одну полосу перекроют, и все, блядь. Пробка пиздец, километровая. МКАД весь красный горит, мне по нему ехать. Короче, еще долго буду тут стоять. Дорожная работа. Что они тут, блядь, делают туда? Забор моют. Ну да. Костюм их вон желтый. Как оно вот. Москва ночная горит, все светится красивенько. И мы тут чалимся, блядь, в этих пробках. Смотрите, какой УАЗик подготовленный. На МКАДе тоже встрял, уже, наверное, минут 40 стою. Минут 40, и МКАД весь красным горит. Я уже охереваю здесь просто. Не знаю, приеду ли на рынок, будет ли там кто-нибудь еще, или я уже опоздаю. Ну, по-любому съехать надо. В общем, пробка еще на 20 минут написана, но каждая минута еще на минуту прибавляется. Поэтому, не знаю, час, наверное, точно еще простою. Ехать мне еще 14 километров. Мы поехали, наконец-таки. Смотрите, Silent Hill. Какой-то туманище непонятный везде. Блин, так кайф ехать, когда не толкаешься по пробкам. Сейчас газку поднажму и все.
неужели я добрался? Вечера я добрался, блять, охранник опять доебался, говорит, иди оформи что-то транзитом. Я говорю, я там уже был, они меня не оформляют такого. Я говорю, на загрузку приехал, выгружать ничего не буду. Грузовик поставили, я уже снимал, как под Кока-Колу закос, только Фудсити. Так, тут, блядь, не разбери их, половина без фар, блядь, едут. Хуй чё поймешь. Кольцо главное пропускаем. Грузовичок. Надеюсь, они там еще не закрылись, и не зря я в пробках столько простоял. Пойду сейчас узнаю. Загрузимся и поедем домой. А вы, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите свои комментарии.